На открытии пятого пиар-проекта ТВ «Шанс» вот такая замечательная участница. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алиса Косоусова, мне 12 лет. Расскажите немножечко о себе, чем вы занимаетесь, в каком направлении двигаетесь. Ну, я 6 лет занимаюсь музыкой, люблю петь, люблю танцевать. Музыкальное направление у меня просто по полной все. Скажите, есть какие-нибудь еще увлечения у вас? Может быть, спортом увлекаетесь? Может быть, хобби вышивать? Ну, иногда занимаюсь спортом, а так больше модельное. Здорово. Расскажите, чем вы сегодня нас порадуете? Песня народная в эстрадной обработке Марины Девятовой, называется «Плясовая». Здорово. Скажите, летом чем вы занимались? Обычно, знаете, все летом уезжают куда-то отдыхать, а может быть, вы творчеством занимались? Ну, сначала ездила на фестиваль на море, потом, как всегда, как нормальные дети, на дачу поехала, а потом уже съемки и все. Как же ваши успехи на фестивале? Пока что никаких вроде. За участие, да? То есть так твердо. Хорошо, мы желаем вам удачи, конечно же, сегодня выступить на все 5 баллов. Я думаю, что вы покорите всех своим талантом. Поэтому удачи вам. Спасибо.